3 февраля при выполнении облета зоны деэскалации Идлиб для контроля режима прекращения огня ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филиппова был атакован ракетой из переносного зенитно-ракетного комплекса. Летчик попытался удержать самолет в воздухе и доложил, что атакован ракетой, после чего катапультировался. Приземлившись под шквальным огнем земли в районе контролируемого террористами населенного пункта Тель-Дебес, Роман Филиппов в окружении принял неравный бой с боевиками. Тяжело раненым, когда расстояние до боевиков составляло несколько десятков метров, офицер подорвал себя гранатой. За мужество и героизм министром обороны майор Роман Филиппов представлен к званию Героя Российской Федерации. Роман был грамотным и решительным летчиком-штурмовиком первого класса. Пользовался авторитетом у своих подчиненных и командиров. Его гибель – тяжелая утрата для воздушно-космических сил. И всех тех, для кого он был настоящим боевым товарищем, наставником и образцом для подражания. Майор Филиппов, как и все наши военнослужащие, настоящий патриот Родины. Его подвиг займет достойное место в истории российской военной авиации и армии России. Выражаю глубокие соболезнования родителям, семье и близким Романа. Мы окажем вам всю необходимую помощь и поддержку.